1616-1949. Я перевел Шекспирова сонетты. Пускай поэт, покинув старый дом, заговорит на языке другом, в другие дни, в другом краю планеты. Соратником его мы признаем, защитником свободы, правды, мира. Недаром имя славное Шекспира по-русски значит «потрясай копьем». 300 раз и 30 раз и 3 со дня его кончины очертила земля урочный путь вокруг светила. Свергались троны, падали цари, а гордый стих и в скромном переводе служил и служит правде и свободе.